друзья наши, будущие критикующие нас зрители, мы хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Работа над одноклассниками продолжается. То, что мы не появляемся в сети так часто, как хотелось, это значит, что это конец года, и все подводят итоги. Но когда Паша Худяков, наш любимый режиссер, звонит в 2-3 часа ночи и разговаривает с ним по поводу сценария, меня это страшно радует. Я благодарю вас всех за то внимание, которое вы оказываете нашему проекту. Какие бы вы ни были, но вас много, значит, мы представляем для вас интерес. Еще раз, конечно, хочется поблагодарить всех, кто в этот год принимал участие. Ведь мы можем гордиться своей самой большой в мире фокус-группой. И большое спасибо каждому из вас, кто высказывает свое мнение, будь то оно положительное или отрицательное. Мы читаем практически все, что можем. Мы прислушиваемся к вашему мнению, слушаем ваши композиции, читали все сценарии, смотрели фотографии. Еще раз большое-большое вам спасибо за то, что вы весь этот год были с нами, за то, что вы задаете вопросы, когда выйдет это кино, что дает нам стимул понимать, что вы ждете этот фильм, и мы чувствуем большую ответственность. Мы в новом году желаем вам еще больше креатива, еще больше веры и желания принять участие в нашем совместном проекте. Но мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы не подвести вас и оправдать ваши надежды, ваши желания. Хочется добавить, что с началом и запуском этого проекта случилось впечатление того, что год кролика уже начался при запуске, так как то количество саундтреков, которые вы прислали, сценариев, анкет по желанию участвовать в фильме, оно просто было феноменально. Это только самое-самое начало. А вот сейчас уже 2011 год покажет вам сумасшедший, бешеный результат по этой работе. Здесь три самых лучших единицы: Федор Сергеевич, ваш брат мистер Блэкстар и Павел Худяков. От всей души поздравляем всех вас, в частности всех, кто смотрит и пребывает на сайте одноклассники.ру с новым 2011 годом. Ждите нашей суперкартины. Сага продолжается. Всех с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!